אנחנו דיברנו עם המנהיגים ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לחדש קצת את ה... לתת בעצם סמינר או אפילו מספר לימודים על העקרונות אמונה שלנו. Мы говорили со старшими и мы решили, что мы хотим обновлять какие-то вещи и дать несколько семинаров об основах нашей веры. Кинагид коль миши хавер киля, аз безманоем киблю казедав, бема нахну мааминим. Каждый, кто является членом нашей общины, в свое время они получали от нас такой лист с изложением того, во что мы верим, что, наш, что является нашими приоритетами в общине. И с сегодняшнего дня, еще несколько недель, мы хотим вот обратиться к этому, пройти по этим основным вещам, во что мы верим, что для нас важно, что для нас действительно в приоритете. И когда мы говорим о вере, понятно, что здесь будут и теоретические какие-то вещи, и практические вещи. И сегодня я хочу начать с темы, которая называется «Тикун улам» и «Исправление мира». И для меня это по-настоящему вызов, потому что это очень глубокая и большая тема, я должен сжать ее до такой степени, чтобы она уместилась в один семинар. Леон мумхе бе носе азе, азу осе ютер ми 20 шиурим аля носе азе. И Леон спец в этой теме, и он делает больше 20 уроков на эту тему. Авал айом ани менасе бемет ларот каха улай это икарон. Но сегодня я хочу дать, по крайней мере, какие-то основы, какое-то самое принципиально важное. И слово «тикун», «исправление», то есть исходит из самого понятия «исправление». Что-то надо починить. И мы действительно находим в Писании места, которые говорят на эту тему. אני רוצה שאנחנו נקרא ממעשה השליחים פרק 3 פסוק 21. Из Деяний апостолов 3 глава стих 21. כן. Деяний апостолов 3 глава 21 стих. אז בבקשה בוא נקרא את זה, אני אקרא בעברית פה. אשר צריך שיקבלו אותו שמיים עד את השבת הכל לתיקונו. Давар шелуим дибер миулям бипи невиа вакдушим. Которого, то есть Мессию, небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Здесь, ну, здесь написано «до совершения всего». Яфе, аз бейврит катув аче коля дварим и тукну, явоу ле тикуно. А на греческом? Ну, давай. Так вот, на тексте греческом и иврит переведен более точно, чем русский, там написано «до тех пор, пока все будет исправлено до первоначального состояния». То есть некий процесс, который предполагает исправление всего, что первоначально было создано, и оно было поломано, привести все это в первоначальное состояние. И что это означает, вот это исправление? Мы знаем, что Бог сотворил все творение. И Он сотворил человека, Адама, властелином над всем творением. Он дал ему только одну заповедь, повеление. И она заключалась в том, что он не должен делать.
И он не устоял в этом. И мы видим вот эти ступени падения человечества. И первое то, что произошло с первым человеком, Адамом. И дардерут ашния, за маше нахну квар дебарну, лифней кама шавот, леон дебер, альзман шель ноах, кшейгия мабульки, коля арец и тмаля хамас. И вторая ступень, когда произошло еще большее падение, это во времена Ноя, Леон говорил об этом, когда вся земля наполнилась к злому. И третья ступень падения, которая возымела также большое очень влияние на все, всю и дальнейшую историю человечества, это Вавилонская башня. И вот три ступени падения. И для того, чтобы подняться на первоначальный уровень, соответственно, нужно подняться на три ступени вверх теперь уже. Это первая ступень поднятия, это восхождение, это время веры, можно так назвать, это времена Авраама. Дальше, вторая ступень, назовем ее время Торы, время закона или время учения, когда это времена Моше, кого там еще? Зман шеля Тора. Да, Моше. Моше в Израиле. Моше и Израиля. Давара шлиши забецима Машиах. И третья ступень называется? Машиах. Мессия. Зманы, зман шеля Машиах. В мессианские времена. ומה קורה אחרי כל זה יש בעצם תקומת מן המתים ומשפט. И после этого то, что мы имеем, это воскресение из мертвых и суд. ואחרי זה זה נצח נצחים. עם אלוהים, בלי אלוהים. И дальше вечность с Богом или отделение от Бога. Вот я перечислил вам ступени, уровни падения и, соответственно, уровни возвышения, то, как я это вижу. И я хочу очень коротко коснуться каждой из этих ступеней. אז בתחילת אנחנו קוראים בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. И вот вначале мы читаем, вначале сотворил Бог небеса и землю. ואנחנו בעצם מכריזים גם שאנחנו מאמינים באלוהים. И мы провозглашаем то, что мы верим в Бога. אז מי זה בעצם האלוהים? И кто же этот Бог? ואז ביהדות יש חמישה דברים בסיסיים שמדברים בכלל על הבנה של אלוהים. מה הבסיס שלו? В иудаизме есть пять принципов понимания, что является как бы основаниями Всевышнего. Пониманием, что это Всевышнего. Есть даже шесть, но я буду говорить о пяти. Во-первых, то, что мы учим, то, что он был до того, как все было сотворено им. Он тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто будет. Он вне времени, он был всегда, и он всегда будет. Кен, зарешен. Сущий, маше некра. Кшав маза умер. Это называется сущий. Беглаль шиу умед михуц лезман. И что это означает? То, что он пребывает вне времени. Зе умер шиу гам ло миштане. Это говорит также о том, что он не изменяется. Потому что время — это этот, вот, как раз механизм, который изменяет что-то. И Бог никогда не изменяется, ему нет никакой нужды врать. Он всегда пребывает таким, какой он есть, каким был и каким он будет. Он находится вне творения. Это первое. И второй принцип. Он не нуждается ни в чем для того, чтобы пребывать.
Кломар, им бы надо музакук лемашу о лемишу. Если человек, если человек все время в чем-то нуждается, например, для примера, в том, чтобы дышать кислородом, он нуждается в еде и так далее, то Бог, а он вообще ни в чем не нуждается, он самодостаточный. В 17 стих, в 17 главе книги Деяний апостолов написано. Это Павел. Это 17 глава, 22 и 25 стихи. Это, собственно, Павел обращается к своим сотоварищам. И встав, Павел среди Ареопага сказал: «Афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». И вы видите, из этих стихов он ни в чем не нуждается. Он сам есть источник всего того, что нуждается в чем-то. Это второй принцип, когда мы говорим о понимании Бога. Это он очень важен, то, что он ни в чем не нуждается. Он не нуждается ни в нашей любви, ни в нашем служении, ни в чем. Третья часть. Существование. Я понимаю. Хова. Киюмо хова. Обязательно. Его существование, оно обязательно. Короче, без него ничего вообще существовать не может. Вот для того, чтобы что-то существовало, нужен сначала Бог. Не только то, что все, что есть вокруг, оно нуждается в его существовании, но и вообще невозможно быть такому состоянию, когда его нет. Иванте, киюмо хова. Его существование. Четвертое. Четвертое, очень важное. Он совершенен. Кломар, им анахну мы добрим альколя шлемута и вшарит чекаемет буулям, а коль немца и целелуим. Если мы говорим о совершенстве, о полном совершенстве, которое разлито по всему миру, так все это совершенство в нем. יש הרי כל מיני דברים, אנחנו יכולים להגיד, אתה יכול להיות מושלם בהבנה, בלימוד, לא יודע, בכל מיני דברים, אלוהים מושלם בהכל. Если мы о человеке или о чем-то можем говорить, этот совершенен в такой-то области, этот совершенен в такой-то области, так вот, Бог совершенен во всем вообще. באהבה. В любви, במשהו טוב שהוא נותן לנו. Во всем добром, то, что Он дает нам. יש לו שלמות מלאה. Он... полное совершенство. ודבר חשוב פה שאין בן אדם או אין בריאה שיכולים להבין אותו. И очень важно здесь то, что нет ни человека, ни какого другого создания, которые могли бы постигнуть его. אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים, גם אנחנו בעצמנו לפעמים מתחילים לדבר מי הוא בעצם האלוהים, ממה הוא מורכב, 3, 4, 1. И мы часто можем слышать других людей, да и сами мы этим занимаемся, что мы начинаем размышлять и рассуждать, а кто есть такой Бог, из чего Он состоит, расчленять Его на части, из скольких, из одной части, или из трех частей и так дальше. И в Шарлевинуту. Невозможно его понять. Зайкарон мы отхожу. Это очень важное, это очень важное. Важный принцип. Ваикарон хамиши. Пятый принцип. Шеу яхид. Он единственный. Кломар яхид бемуван азе ше эйн од ицур баулам азе ше ахол литкаем баацмо.
То есть он к мой Элогим? Или от Ицур. Я понимаю, но... Шеяхолит каем бифне эцмо, шелё закук ле шум давар. То есть он единый и единственный, и нет такого творения, которое могло бы существовать вне его. То есть все, что есть, оно в нем. Кломар, им есть эзэшу брия, שמתקיימת и תמיד קשורה לאלוהים ומתקיימת רק בגלל אלוהים. То есть если мы сталкиваемся каким-то созданием, творением, какой-то реальностью, и она существует, то это означает, что она связана с Богом, и она существует только потому, что Он ее содержит. זה ברור, הוא יחיד. Это... אין עוד מישהו שיכול להתקיים כמו שמתקיים אלוהים. Он единый, единственным, и может, все, что может существовать только в нем. ברור, אנחנו יש לו עוד כל מיני הרבה תכונות שאנחנו יכולים לדבר עליהם. И есть еще много всяких других характеристик, о которых можно было бы говорить здесь. Характер Бога. Но это не тема сейчас нашего разговора. Это мы говорим сейчас только о пяти каких-то основополагающих вещах, прежде чем говорить о всем остальном. Он существует и существовал всегда. Он независим ни от кого. Для того, чтобы все существовало, его существование просто, без него невозможно ничего. Он совершенен, и он един, и все, что может существовать только в нем. Это некоторое понимание о Боге. И вот, когда мы читаем книгу Бытия, мы видим, что Он сотворил. Майя Рошеля Брия? Они шойлют хэм? И что было главой творения? Это вопрос к вам. Адам. Адам уайя Рошель Шеля Брия. Шенька бэйом шиши. И это был человек. Человек был поставлен главой всему творению, и он тот, кто сотворен в шестой день. Ваз бецем, кшанахну медабри ма бемет машмаут о ма матара шеля адам баулямазе. Ма эта матара шело баулямазе. И когда мы говорим о цели, с которой Бог сотворил человека, азнахну роим кама дварим. Мы видим, можем видеть здесь несколько вещей. Азнахну куляну макерим, это мецва, к мошу омер, пру урву. Мы все знаем это повеление, плодитесь и размножайтесь. Ве милю это арец. И наполняйте землю. Азе бэцем аматара эхад шель адам. Это одно из поручений, одна из целей человека. Адам уая мелех аль коля адама. Человек, Адам, был царем над всей землей. Лефамим анахну ло хошвим бемусак казе, авал уайя мелех. Иногда мы не прибегаем к этому понятию и не думаем в связи с этим так. Но он был именно царем. Ая ло шельтон, ки Элоим амар ло, ата шолет, нотен леха шлита, аль коля бэйма, аль коля дагим, аль коль ма шееш. Потому что именно в его руки Бог отдал всю власть над всем творением, над всеми рыбами, над зверями, над растительностью, над всем. Мусаг ахер, ше улай ло ая каям бо ото зман, авал у ая коэн. Другое понятие, которое, может быть, не было в то время, но, ну, значит, было. Что он был священник. То есть мы начали размышлять уже гораздо позже об этом, но как бы по сути он исполнял... Он служил священником перед Богом. Потому что то, что делает священник, первосвященник, он тот, кто представляет народ перед Всевышним. Он предстоит Всевышнему. Аз Адам уайя мациг эт коль абрия лифне Элоим. Так что Адам был он представителем, он представлял все творение перед Богом. Уайя нотен дин вехешбон ле Элоим, ло ле мишу ахер. Он отчитывался исключительно перед Богом за все творение, которое было ему поручено. А давара шлиши, о рвии.
и даже четвертое, что באמת חשוב, ולאון היום כבר כמה פעמים דיבר על זה, וגם בשבוע שעבר. И оно действительно очень важно, и на прошлой неделе Леон говорил об этом, и сегодня он об этом говорил. Элоим бара эт адам мецад эхад мушлам. С одной стороны, Бог сотворил человека совершенным. אבל שלמות הזאת היא כללה בתוך אדם כמה דברים. Но это совершенство внутри Адама включало в себя несколько вещей. אנחנו, או יהדות, קוראת לזה יצר הטוב ויצר הרע. И иудаизм называет это יצר הטוב и יצר הרע. Доброе начало и злое начало. אדם הוא היה נמצא במצב כזה שהוא היה צריך להתחבר, כמו שליאון דיבר, לדמות לאלוהים. זו הייתה המטרה שלו, לדמות לאלוהים. Цель Адама, цель человека была в том, чтобы уподобляться Всевышнему. הוא שם אותו במצב מסוים, ואדם היה צריך לגדול כדי להגיע לשלמות של אלוהים ולהתחבר אליו. То есть Бог сотворил Адама таким образом, что из этого состояния он должен был возрастать и уподобляться Всевышнему. А нешама шело, рух, мы что нахну омрим, айта цреха литгабер аля басар. Его нешама, или то, что мы называем духом, она должна была превозмочь плоть. То есть стать выше, чем плоть. И он находился в таком состоянии, когда это было сравнительно легко сделать. И поэтому только одна заповедь была дана ему Богом. זו הייתה המטרה, לדמות לאלוהים ולגדול בשלמות של אלוהים. И вот его цель была в том, чтобы уподобляться Всевышнему, приходить в совершенство, которое имеет Всевышний. אבל מה שאנחנו רואים שאדם הוא לא הצליח. Но то, что мы видим, Адам не преуспел в этом повелении. Вот мы шикара за идардерут вехет нехнас леулям. И мы знаем то, что происходит после этого падения, и грех приходит в этот мир. Кломар кешер им Элоим питом нитка. То есть мы можем сказать, что связь с Богом вдруг оборвалась. Кломар ихуд шеле кешер уиштана. Скажем так. Качество связи стало гораздо хуже. Я нахнуруим, кен, гам еладим шеле Адамем, а я лаем изышу яхас им Элоим, а вальзе кварлё я уто яхас кмаша я цель Адам батхала. То есть это не то, что прям вообще как бы связь прекратилась, но мы видим, что, например, дети Адама, у них были определенные отношения с Богом, то есть, соответственно, связь была, но это была далеко уже не та связь, которой обладал Адам в раю. ועכשיו אני מדבר כבר על הנושא של החטא, הידרדרות של האדם. זה שלב בתיקון עולם. И сейчас я говорю о грехе, падении Адама, и это определенная ступень во всей этой теме, в концепции тикун олам. אז דבר הראשון זה מה שקרה בגן עדן, שחטא נכנס לעולם. И первое, то, что произошло в раю, что грех вошел в этот мир. אנחנו רואים שמוות נכנס, נכנסה. Мы видим, что смерть вошла в этот мир. כאב נכנס, נגיד נשים לא יכלו ללדת ככה בלי כאב. Боль пришла в этот мир, скажем, женщины уже не могут рожать без боли. ואלוהים הוא קילל את האדמה עצמה גם. И Бог проклял саму землю. За Адама. ואז אנחנו רואים שבעצם אדם מדרדר, וחטא דרך אדם אחד נכנס לכל האנשים. זה מה שכתוב בברית החדשה. И мы видим, что из-за того, что Адам пал, то грех через Адама вошел во всех его потомков, во все человечество. ואז אלוהים מגרש אותו מפניו. И так что Бог вынужден был его удалить от своего лица. אז נפילה באדם זה בעצם ניתוק איכות של קשר שהיה עם אלוהים. То есть падение в раю было отделение, ухудшение, значительное ухудшение этой связи, отношений, которые были у человека с Богом, когда он был еще в раю. הדבר השני, ההידרדרות, המדרגה השנייה של הידרדרות, זה כל מה שקרה בזמן של לפני מבול.
И вторая, как это называется, напомни? Вторая ступень. Идардерут лифней мабуль. Я понимаю. Вот. Не, ну ты их называл. Ну ладно, лохашу. Вторая ступень деградации или падения – это то, что связано с потопом. אנחנו כבר בשבוע שעבר, אתם זוכרים, דיברנו, אליון דיבר על בני האלוהים שירדו לארץ ולקחו את בנות בני אדם. И мы в прошлой, на прошлой неделе говорили о том, что сыны Божьи, они брали себе жен человеческих, которые им нравились. אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו אחר. Но прежде я хочу сказать нечто. למרות ש... אתם זוכרים את כל הסיפור? הארץ התמלאה חמס, נולדו נפילים וכל הסיפור הזה. Вы помните всю эту историю, что земля наполнилась злом и стали рождаться нефилимы и так далее? לעומת כל המצב הזה, несмотря на всю эту ситуацию, ולעומת שאנחנו רואים שאלוהים בוחר את נועה כדי להציל את כל העולם, и несмотря на то, что Бог избирает Ноя для того, чтобы и спасти весь этот мир, עדיין באותו זמן היו אנשים קדושים. В то время все еще были святые люди. אנחנו אולי לא רואים את זה כל כך מספר בראשית או מהתנך שלנו, אבל רואים את זה טוב בספרים חיצוניים. Это хуже видно в Танахе нашем, в нашей Библии, в нашем, то, что мы читаем. Но мы видим более красочно это во внешних книгах. Адам уолид эт Шет. Мы знаем, что Адам родил Шета, Сифа. Адам у нолад бэцмо бэдмуто вэбэцальмо шэл Элоим. И сам Адам, человек, был сотворен по образу и подобию Всевышнего. Вешет нолад бедмуто вебецальмо шель Адам. Но сын Адама, Сиф, Шет, он рождается уже по образу Адама. Веэн аф эхад, ло катув аль аф эхад ахер меабаним шегам нолду бедмуто вебецальмо шель Мишу. И нет уже ни одного, о котором сказано, что он рожден по образу и подобию кого-то. Кломар, рак шет оя нолад бедмутов бецальмо шель адам, воя маавир ала кешерем элуим. То есть только Сиф, он был рожден по образу и подобию Адама, о нем это так написано. И он передавал, вот через это свое особое рождение, он передавал связь со Всевышним всем последующим поколениям. Катув шешет бен шело энош гам ахарках метушелах эмаю коаним гдолим беширут муль Элоим. И написано, что Шет или Сиф и Енох или Энош Метушелах его сын и дальше Мефусаил или Метушелах сын Еноха. Они были большими священниками перед Всевышним. Катув гам ше безман Енош анашим итхилу лекро лэйлоим. И написано, что во времена Еноха люди стали призывать имя Господне. Енош бе еврит, бе... Енох. Ну, по-русски Енох, ну чё. Кен. Енош. На иврите Енош. Зе катув бесеф бе берешит пере карба. Это написано в книге Бытия в 4 главе. Велишет гам у Йолит бен вейкрает шмо Энош, аз эхелю лекро бешем Адунай. Арба пасук 26. Нет, это 5 глава, я думаю. Арба 26. А, 4 таки? А, ну да. Нос здесь написано. У Сифа также родился сын и нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господне.
Да, это не енах. אז אנחנו בעצם, אנחנו בעצם יש לנו מידע שגם בזמן המבול, גם כשכל הארץ מתמלאת חמאס, עדיין יש אנשים שהם קדושים ויש להם קשר עם אלוהים. То есть даже во времена, когда вся земля переполнилась злом, и времена перед, непосредственно перед потопом, мы видим людей, которые были, сохраняли святость перед Богом. Есть кзе гирса, о, авана бы ядут, что шней цадиким им яхолим ляхзик это улям. Есть такая версия в иудаизме, такое понятие, что даже два праведника могут содержать что? Это улям. Своей святостью могут содержать этот улям. Цехим лё цадиким цадиким. То есть они должны быть прям праведники-праведники. Акшав маши маньен, атем зохрим михай ахи арбе шаним. Интересно то, что некто жил больше всех на земле. Вы помните, кто это был? Метушелах. Мафусаил. Камазману хай. Метушел. Сколько он лет жил? Ло, ютер. Чамо чешим витейша имани лотое. Если я не ошибаюсь, 969 лет. Вазуа я коэн агадоль лифне ахарон. И он был первосвященник предпоследний. Зелифи сефер ханох. Это, я говорю, в соответствии ну, с книгой Ханох, Енох. Маньен, что гам ашем шело, ешло машмаут. Леколь шимот ая машмаут. И книга Енох, хочу просто напомнить, что это апокриф, это не внутри Библии, да, это внешняя книга. И у каждого имени, особенно в то, что мы читаем в книге Бытия, есть смысл вообще. Не просто так он жил так много лет, потому что об этом говорит его имя. Метушелах за умер шней дварим. Метушелах, есть две вещи, которые мы можем видеть. Зеше шолеах это мавит, мигареш килю это мавит. Это тот, кто изгоняет смерть, мету. Шалах. О, шелах за гам херев. Здомерет машмид им херев. Или если шелах истолковывать как меч, то изничтожающий посредством меча. Кломаруая мамит альяде херев. Мамит альяде херев. Что это мамит? Умершляет. Умершляющий мечом или изгоняющий смерть. Зешне пирушим шелашем шело. Ужас какой. עכשיו, מה זה היה משמעות של חרב? זה הייתה התפילה שלו. И что значит в понятии, в связи с Метушелахом меч? Это была его молитва. אנחנו הרבה בכתובים גם רואים שבעצם חרב זה דבר אלוהים. И мы видим в Писании этот вот образ неоднократно, когда меч — это слово Всевышнего. Азу аль-ядей тфиля авур анашим, ая мегареш эт коля шедим, эт коля дварим араим. То есть через посредством молитвы он изгонял через как бы вот этим вот духовным мечом он изгонял всех бесов и все плохие вещи. Вы маши маньян, что бы мы тим атем текру тов-тов бе перек шеш аля Ноах. Если вы хорошо почитаете шестую главу, то, что рассказывает о Ное. Метушелах мет. אחרי שמתושל אחמד למחרת הגיע מבול. То если сильно долго вычислять, то получается так, что потоп случился только тогда, когда своей смертью умер Метушелах. זה כתוב בספרים חיצוניים, אבל פה בבראשית. Это написано опять в апокрифах, во внешних книгах. В нашей Торе мы не читаем. לא, בבראשית אנחנו כן רואים ממש שנה מדויקת מתי הוא מת. בדיוק כמו ש כתוב איך שהזמן שלו הגיע למות, אז אנחנו רואים זה באמת היה אותו זמן כשהגיע מבול, אותה שנה. Но в Писании мы можем четко выяснить, там сказано родословие, кто сколько прожил, мы можем посчитать, это был именно тот год, когда случился потоп. אז מה שגם מעניין שמצד אחד נוח, הוא לא היה איזשהו כהן גדול שם, אבל אלוהים משום מה בוחר בו.
И интересно то, что Ной не был самым великим из священников, которые жили в то время. Но по какой-то причине Бог именно его выбрал. Нет смысла сейчас сравнивать, был ли он лучше Авраама, который был рожден гораздо позже, или не был. Смысла в этом нет. Смысл в том, что Бог выбрал именно его для того времени. И он был нормальный человек, вот как мы. אני רק רוצה דבר פרקטי מה שרוצה להעביר לכם, שאלוהים יכול לבחור בן אדם פשוט כמונו. То, что я практического хочу вам сообщить, что Бог может избрать нормального, простого человека, как все мы здесь. И для того, чтобы сделать через него совершенно великие вещи. И вот я возвращаюсь. И вот первая ступень падения — это изгнание Адама из рая, когда упал Адам, и он выгнан был. Давар ашени — это бегляль бней аэлоим, шемилю эта арец, венолду лаэм нефилим. И вторая ступень падения — это когда сыны Божьи стали жен человеческих братьев, у них рождались нефилим. И почему это было зло в глазах Всевышнего? Потому что написано, когда они стали брать себе в жены дочерей человеческих. Проблемка здесь была в том, что они обладали такой силой, что для них не было препятствий вообще никаких. Им было неважно, жена замужем, эта женщина не замужем. Они брали то, что им нравилось, и все. Бахруит коля шер бахару кату, влакует коля шер бахару. И они, написано, брали все, что сами себе избирали. Вот. Хочу эту, и все. То есть дальше уже не ее в паспортном столе не проверяю. И те, которые рождались от таких вот пар, это были какие-то особенные создания. Для которых просто не было предусмотрено место вообще по замыслу Всевышнего во всем творении. И что это за собой повлекло? Это не связано только с Адамом, но вообще все творение сошло с катушек, и они начали пожирать один другого. А яцурима элю тхилю лихоля нашим. Рыбы стали пожирать рыб, животные животных, и все эти вместе стали пожирать человека в том числе. אנשים התחילו לאכול עם דם, לאכול בשר חי. Люди стали съедать животных, до этого они не ели, и с кровью, и живых животных. ובראשית אנחנו קוראים שכל דבר הוא עיווה את המעשים שלו. И написано в Бытии, что всякое, все совратилось и все искривило свои дела. מה שקרה דבר נוסף, כל המחשבות של האנשים התחילו להיות רע כל היום. И то, что важного произошло, это было результатом всего предыдущего, то, что все мысли человека были только на зло. כי כתוב בפרק 6, פסוק 5. Потому что в 6 главе, в 5 стихе написано. ויראה אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רע, רק רע כל היום. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. כי מה שכתוב פה, כאילו, לכל העת, זה לא נכון, כתוב כל יום. Здесь написано
לא כתוב לכל הזמנים שזה כאילו היה בהתחלה ואחר כך ולכל הנצח נצחים. לא, באותו זמן כל יום מחשבות ליבו היו רעים. Не написано вообще на все время существования человека, а именно на те времена, что стали все мысли и помышления во зло. בגלל זה באמת כל הארץ התמלא ממס חמס מעשים רעים. То есть вся земля наполнилась злом и делами зла. בגלל זה אלוהים משמיד לא רק אנשים, אלא גם חיות, גם כל מה שקיים בעולם. Поэтому Бог уничтожает не только людей, но вообще все творение. שאלה גם מעניינת, למה הוא לא שרף אותם? Интересный вопрос, почему он их не пожег всех? Шальтем этот смехем пам лама уло шалах эш. Вы думали вообще, спрашивали сами себе, что, как бы вы бы сделали это все? Лама у шалах майм. Лама у сама буль. Почему он именно водой решил исправить ситуацию? Почему он сделал потоп? Мишу, да? Есть версии? Окей. Улай я ютер. Было сделано из воды и водой. כי למים יש משמעות. Потому что у воды есть важный смысл. גם כשאנחנו עושים תפילת מים, יש למים משמעות. Когда мы делаем погружение в воду, есть у этого смысл. כי מים זה גם ניקיון. Потому что вода это очищение, с одной стороны. מצד שני זה תחילה חדשה, חיים חדשים. И с другой стороны, это новое начало, это новая жизнь. А тинок, что немца бы бетен ему, немца бы тохамаем, вы уюце митохамаем. И зародыш, который есть внутри чрева женщины, он находится там в водяной среде. А злимаем есть машмаут, никайон ватхиля хадаша, брия хадаша. Так что у воды есть очень сильное значение, это очищение и это придание новой жизни. Вау, если удар были саперлоны рали, что они мы саем о нем. Ну можно продлить не на несколько недель. Аз рак, бойцам заедар дерут, а шнея маше кара. Зе шалава шени бы дардерут. Это вторая ступень падения. Айдар дерут, а шлишит зая бният мигдаль бавель. Третья ступень падение, о котором мы говорим, это строительство Вавилонской башни. Это вообще было что-то особенное. Архитектура. Бе Акади, то бе Бавлит, милят Бавель, ешло машмаут, зе умер шарей шамаем. На аккадском языке у этого слова Бавель есть смысл, что это переводится как врата небес. זה לא רק בעברית, כמו שאנחנו אומרים, ממילה להתבלבל או לבלבל. То есть мы можем с иврита переводить, а как производить это от слова лейтбальбель или бильбуль, это путаница. А на аккадском это слово означает другое. כי כמו שאנחנו רואים, כתוב אלוהים בלל את הלשונות, כאילו בלבל. То, что написано о смешении языков, что Бог смешал или балал, спутал языки. אבל מה שאנשים רוצים לעשות, הם אומרים, בוא נעשה שם, נעשה לנו שם, ונבנה משהו גדול שזה יגיע לשערי שמיים. Но вот аккадский переводит тоже, надо иметь это в виду, потому что сам текст говорит, что давайте мы устроим себе имя и построим башню высотою до небес. То есть вот аккадская врата небес, это как раз на эту тему. אנחנו נעשה משהו כל כך גדול שאלוהים, אם הוא יעשה עוד פעם מבול, הוא לא יכול להשמיד אותנו, זה יגיע עד שערי שמיים. Потому что замысел бы такой, сделать настолько мощную вещь, настолько великую, настолько высокую, что даже если Бог вторично решит сделать потоп, то он не сможет достать оттуда, потому что башня до небес, она подходит к самым небесам. И интересно то, что все люди соединились в достижении этой цели. И кто это все начал? Мизухер? Кто-то помнит? Нимрод. Нимрод ве машмаучило бидюк зе. Бо Нимрод. И Нимрод, и имя его, само по себе имя, означает «давайте восстанем».
или противостанем. Кломар амашмаут чель коль абния азая мерет муль Элоим. То есть смысл всего этого проекта строительства башни – это бунт против Бога. Взема маши дардерут меот хазака. И это очень глубокое падение. Шам анахну роим Адам хата ло икшив лелоим, Элоим гереш ото. Вначале мы видим, Адам согрешил, Бог его изгнал. Адан еш кешерем Элоим, мы добрим и то, улай митпалелим. Все еще, как бы связь стала хуже, но все еще есть связь, говорим, Бог говорит человек, человек говорит Богу. Давар шени анашим осим маасим раим баулям. Вторая вещь, люди делают злые дела в этом мире. Еш раа бен анашим ле анашим. Есть злоба между людьми. Аваля дайн, Элоим каям, ушолет. Но Бог все еще над всем этим. Еш адайн эзешу кешерем Элоим. Есть какая-то связь, потому что мы говорили о праведниках, Аваль которые были в это время. Мерет муль Элоим. Но здесь начинается вообще как бы бунт против Бога. Везе давар бемет меот хамур. И это очень серьезная вещь. Векатув гам Элоим истакель ваомер, вау. Коль ма шеем осим, ифшар лишбор эдзе. И Бог говорит, вау, если это не остановить, они действительно сделают то, что они задумали. Омер, ифшар лишь борет, невозможно это сломать. Кломар, айта ахдут кольках хазака, ше ифшар ляцору там. То есть единство было настолько сильно, что невозможно было их остановить. Вазелуим улошовер, улошолех алем, эзешу эшо мабуль хадаш, упашут мы бальбеллем это лошонот. И то решение, которое находит Бог, он не разрушает, он не сжигает их огнем, он не подвергает их новому потопу, он просто смешивает языки. Кломар а идардерут а шалава за зая мамаш машу анти мул Элоим, а я руах негид Элоим. То есть вот эта ступень падения, это было что-то против Бога, это был дух противный Всевышнему. В анахну роим гам ше бедюк ахарей азманазе. И мы видим, что все это время после этого весь мир начал наполняться поклонением идолам. Закара гамбы Бавель, закара гамбы Ниневе, шигам Нимрода я храи, аля Иразот. И мы можем это знать из истории Вавилона, из истории Ниневии, над которой также властвовал Нимрод. Анашим итхилю лаасот это анашим ахарим элим. Еще раз, кто кого итхиль? Стали обожествлять людей. Кломар, ото Нимрода суми мену ахаре шумет шеу эзе шуэль, итхилю лаасот коль мине псалим, ваз айом еш, ад айом еш амон амон шемот леколь мине элилим. Скажем, тот же самый Нимрод, который после его смерти его обожествили и стали называть идолов вот этих именами, и до сего дня есть множество таких идолов. И приносили им дары, ну, в общем, полностью священодействие по полному профилю. Ваз то вани саем бекцара. ואז בעצם מה שאלוהים עושה אחרי זה הוא עושה שיקום, שלבים של שיקום. И то, что следует за этим, Бог поднимает человека, и мы говорили о трех ступенях восхождения. Убухер את אברהם. Он избирает Авраама. זה анти-бабель. Это против Вавилона, анти-Вавилон. יש לו дух של אמונה שקשורה לאלוהים. У него есть дух веры, который связан с Богом. Леон айом дибер шеу пашут итхил лахшов аль Элоим вебемет гиля ото. И Леон уже говорил сегодня то, что Авраам просто начал рассуждать поначалу о Боге, и он открыл через рассуждение. Айом анахну карану ми парашат шавуа. ולא כולם שמים לב לזה, אבל יש שם משהו מיוחד. Мы сегодня читали в недельном чтении, не все мы обратили на это внимание, но там есть что-то особенное. Авраам, כשהוא יוצא מחרן, הוא עוזב את האבא שלו, ואבא שלו עדיין חי. Авраам, который выходит из Харана, он оставляет своего отца, и его отец все еще жив. אנחנו מצד אחד כותבים, ממש,
בפרקים, לפני פרק 12, כתוב שהנה תרח האבא שלו חי ככה שנים ומת. ואז כתוב, אלוהים אומר לאברהם, לך לך. До 12 главы мы читаем о Терехе, отце Аврааме, что Терех пришел в такое-то место, и он прожил столько-то лет, и он умер. ואז אלוהים אומר לאברהם, לך לך, מארצך ותמשיך. И дальше следует глава, где написано, что Бог говорит Аврааму, לך לך, иди себе в место, которое укажу тебе, и так далее. אבל אם אתם תסתכלו על כמה שנים הם חיו, אתם תראו שכשאברהם יצא, האבא שלו עדיין היה חי, וזה היה ממש לא מכובד לעזוב את האבא, את ההורים, הזקנים, וללכת. Но если мы сделаем расчет, то мы увидим, что он еще продолжал жить, то есть он не умер сразу. И это было очень неуважительно по отношению к отцу взять, ну, сыну взять, оставить своего отца и уйти куда-то по призыву кого-то. Но его вера была, настолько сильна, что он последовал призыву Всевышнего. И это первый путь восхождения, когда Бог избирает кого-то, одного человека, который имеет сильную веру. Он мешакем это гармония лифней бенадам лэлуим. И он отображает гармонию в отношениях между Богом и человеком. Он мешакем это кешер шенеибад. Он олицетворяет собой эту связь, которая была утрачена. ואנחנו רואים באמת עד כמה אברהם היה ידע לסמוך על אלוהים. И мы видим, насколько Авраам мог надеяться и надеялся на Всевышнего. ואז אנחנו יודעים, יש אחר כך יצחק, יעקב וכן הלאה, ואז הגיע הזמן למשה ולעם ישראל. Исаак, Яков и дальше их дети, и вот мы подходим к Моше и народу Израиля. אלוהים קורת ברית, ממש ברית עם אברהם, אחר כך קורית ברית עם כל הילדים שלו, ואז עם משה ועם כל העם כולו. И Бог заключает завет сначала с Авраамом, потом с его детьми, и потом он заключает через Моисея завет со всем народом Израиля. הוא רוצה שעם ישראל יהיה כנציג שלו. И он хочет, чтобы народ Израиля был как его представитель в этом мире. שהוא ירא לכל השאר עמים, בעצם, מה אלוהים רוצה בכלל? И чтобы этот народ был, представлял всему миру, всем народам, волю Всевышнего, его ожидания, что он хочет от человечества. בגלל זה הוא גם נתן להם תורה, כל מיני מצוות, כל מיני חוקים. И именно поэтому он дал народу Израиля Тору, учения, всякие заповеди, законы. עם ישראל היה באמת בולט. И... היה בולט, выделялся. И народ Израиля был действительно отделен от всех других народов. Ло рак или гам болет? Выделялся. Ну, выделялся. Клумар бэмэт анашим амим месавив рау, ше еш кешер бен Элоим ле ам Исраэль. И народы вокруг видели, действительно видели, что есть народ, который имеет особенную связь со Всевышним. Ше еш бихлал эзэшу Элоим, ше им ло якиру лифнэйзэ. То есть эти народы приходили к выводу, смотря на народ Израиля, что существует Бог, которого они не знают. И он действительно силен, и он сильнее, чем их боги. И все это было устроено для того, чтобы принести свет народам. עם ישראל עשה את מה שהוא היה יכול לעשות. Народ Израиля делал то, что он в состоянии был делать. הוא לא היה ממש מושלם. И он, мы не были совершенны. ואז בגלל זה אלוהים גם מכין מישהו, זרע, שיכול לצאת מישראל וזה משיח. И поэтому Бог должен был приготовить семя, которое выйдет из Израиля, и он исполнит все то, что нужно сделать. Это был Мессия. Зе Исраэль Мушлам. Это совершенный Израиль. Это Мессия. И он действительно принесет истинный свет всем народам. И
Машиах היה צריך גם לשקם את ישראל עצמו. И Мессия должен был и восстановить народ Израиля в его призвании. וגם לתת הזדמנות להתחבר לכל שאר עמים, ושהם יהיו גוף אחד. Дать также возможность всем народам присоединиться к завету Бога с Израилем, чтобы быть одно тело. ואז הוא גם נותן להם תקווה והזדמנות לתקומת מן המתים. И он дает им надежду и возможность для воскресения из мертвых. ומה שמחכה אלוהים, הרי הוא רוצה להביא דרך המשיח לאותה רמה מה שהיה בגן עדן. То есть через Мессию Бог хочет привести все человечество на тот уровень, которым обладал Адам в раю. ובסופו של דבר, יהיה תקומת מן המתים. И в конце концов будет воскресение из мертвых. כל התקומה בשביל זה כדי לתת דין וחשבון לאלוהים. И все это воскресение, оно нужно для того, чтобы дать отчет Богу. ואז אחרי משפט, מה שנקרא, יש כבר חיים נצחיים, או עם אלוהים או בלי אלוהים. И после того, что называется судом, уже дальше есть либо вечная жизнь, то есть вечная жизнь либо с Богом, либо отделение от Бога. ומעצם, איך אלוהים יקבע את זה, זה לפי מה שקורה היום. И как Бог это решит, в соответствии с тем, что проходит каждый из нас в этой жизни. זה תלוי גם מה אתה עושה, וזה גם תלוי האם קיבלת בכלל את משיח, כי זו הייתה המטרה. Это зависит и от того, что ты делаешь в своей жизни, как ты поступаешь, и это зависит от того, принял ли ты вот эту возможность от Бога, принял ли ты Мессию. כי משיח זו הזדמנות היחידה, האפשרית, כדי לעלות לאותה דרגה, מה שהיה אצל אדם. Потому что Мессия — это единственная возможность. Нет другого имени под небом, чтобы иметь жизнь вечную. Только Мессия. אז זה בעצם ככה מבוא, הייתי אומר, לתיקון עולם. И это вкратце такое вступление к вот этой большому концепту, то, что называется тикун улам, или исправление мира.